Привет, с вами Светлана English Online, и мы продолжаем говорить о правилах написания личного письма в ЕГЭ. Сегодня мы разберемся, как написать письмо от начала и до конца, и также я напомню о некоторых важных правилах. Итак, мы пишем письмо Глории. В первую очередь, в правом верхнем углу нам нужно указать адрес и дату. Адрес вы можете написать двумя способами. Первый способ. Вы пишете город и страну на одной строчке через запятую. Второй способ. Вы пишете город и под городом пишете страну на другой строчке. Запятая в этом случае не ставится. Дату вы также можете написать несколькими способами. Я предпочитаю тот, который вы видите сейчас на экране. Дело в том, что таким образом адрес читается как одно слово. Очень удобно для тех, кто пишет очень много слов, и ему приходится все время что-то сокращать. Вот, пожалуйста, за счет даты. Итак, после того, как вы написали дату, пропустите, пожалуйста, одну строчку. Делается это для того, чтобы ваше обращение ни в коем случае не упиралось в дату. Теперь отступаем несколько клеточек для того, чтобы у нас была красная строка и пишем обращение. Самый лучший вариант это Dia Gloria. После обращения обязательно ставим запятую. Поставили запятую. На следующей строчке. Точно так же с красной строки мы пишем благодарность Глории за ее письмо и упоминание о предыдущих контактах. Это очень важно, я уже говорила в своем первом видео. И благодарность, и упоминание о предыдущих контактах. В нашем случае я использую всегда одни и те же стандартные фразы. Вот они. Thanks a lot for your letter. I was glad to hear from you again. И вот теперь начинается, собственно, само письмо. Для того, чтобы перейти к ответам на вопросы Глории, нужна какая-то переходная фраза. Я считаю, что очень хорошей фразой будет следующее. In your letter you wrote about your visit to Russia. Также можно добавить, что вы будете счастливы увидеть ее. Например, вот так. I will be happy to spend a week with you in my place. Теперь, в общем-то, и отвечаем на ее вопросы. И первый вопрос был о том, что вы можете вместе делать. Ну, самое логичное – это какие-то прогулки. Поэтому так мы и напишем. Конечно же, не забываем про слова связки. Здесь используем I think. I think we should walk around my city. Of course. Еще одна связка. Of course, I'll show you the most interesting places. Далее Глория спрашивает про одежду. Так и напишем, что касается одежды. As for clothes, bring lots of shorts and t-shirts. И объясняем почему. Because summer is really hot here. Теперь последний вопрос, помните, он был косвенный. Что тебе привезти? Так давайте же скажем про одежду. Скажем, кстати, мы же уже писали про одежду. By the way, By the way, I'd like to wear a cool English t-shirt during our walk. So, bring me one, please. Отлично! То есть мы ответили на все три вопроса Глории и не забыли про слова связки. Теперь нам нужно будет самим задать Глории три вопроса. Помните, что они были о пищевых привычках. Опять же, мы не можем просто так задавать ей вопросы после того, как написали ей ответы на ее вопросы. Нужна какая-то переходная фраза. Я думаю, отличной фразой будет что-нибудь типа «Ты писала, что хочешь попробовать русскую еду». Ну и добавим еще одну связочку эмоциональную, и получится что-то типа вот этого. Oh, you wrote that you want to try Russian food, so let me ask you some questions. Ну и начинаем задавать ей вопросы. Помните, что вопросы могут быть разнообразными, могут быть однообразными. Главное, чтобы они были написаны по теме, которая указана в письме, и они были построены грамматически верно. Давайте спросим, раз про пищевые привычки, ну давайте про овощной суп спросим. Do you like vegetable soup? Ну давайте спросим про десерт, почему нет. What do you usually have for dessert? Ну и сколько раз в день она обычно ест? How many times a day do you eat? Можно добавить еще один вопрос. Это не запрещается и очень даже поможет вам, если слов не хватит. Ну, давайте такой. Do you like pies or cakes? В общем-то, письмо мы практически написали. Нам надо его только логически закончить. Мы обычно извиняемся и говорим, что надо идти. Можно также объяснить причину я вообще рекомендую эту часть начальную, где мы пишем благодарности и упоминания о предыдущих контактах, и завершающую, где мы говорим, что нам надо идти и называем причину, просто написать себе один раз, как вам нравится, и выучить. И все. И у вас будет гораздо меньше проблем. Так вот, извиняемся и объясняем причину. Sorry, I have to go now. I should help my mom in the garden. Write me soon. Write me soon ⁇ это надежда на будущие контакты. Таким образом, мы соблюли все правила написания личного письма. Осталось добавить последний штрих, завершающую фразу. Мы ее пишем также с красной строки и отдельной строчкой. Ну, не будем заморачиваться и напишем просто Love. Ставим запятую. И под этой завершающей фразой опять с красной строки. Мы пишем свое имя без точки в конце. Светлана. Все, точку не ставим. И что же мы делаем теперь, когда мы написали все письмо? Правильно пересчитываем количество слов, начиная с адреса и до вашего имени. Поехали очень удобно считать слова блоками, например, по абзацам или по половине абзаца, так, чтобы вы просто могли сложить числа и получить уже количество слов. Если вы начинаете считать от 1, допустим, до 140, это будет очень сложно, так как вы на каком-то этапе забудете, было у вас 78 или 88, и начнете считать сначала. Считайте по нескольку слов, так реально проще. Оптимально от 20 до 30. Отличная часть. Складывайте двадцатки и вот вам готовое письмо. Очень удобно. Вот я буду считать точно так же. Итак, начинаем считать слова, начиная с города. Первое слово будет Уфа. Раз, два, три, четыре, Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Девятнадцать слов получилось у нас в первой части. Теперь посчитаем вторую: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, два, четыре, двадцать, пять, двадцать, пять слов в этой части. И сначала следующая часть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать восемь и сначала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать двадцать один, двадцать одно слово в этой части. Складываем девятнадцать плюс двадцать пять, сорок четыре, плюс двадцать восемь, семьдесят два плюс двадцать один, девяносто три. Слова у нас получилось в первой части. Теперь считаем слова в следующей части, где мы задавали вопросы Глории. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Один, два, три, сорок три слова. Хорошо. И последнее раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать слов в последнем абзаце что это значит 93 плюс 43 плюс 19 это сто пятьдесят пять слов а вы помните что по правилу 10% процентов мы можем написать максимум сто пятьдесят четыре слова что же мы можем сделать? В первую очередь давайте проверим письмо на наличие сокращений. Все ли слова у вас сокращены? Давайте посмотрим. Вот я уже вижу. В середине. In your letter you wrote about your visit to Russia. I will be happy. Конечно, возьмем и напишем. I'll. И вот у нас 154 слова. Для верности мы можем еще сократить. Посмотрите. Мы написали на всякий случай 4 вопроса Глории. Но мы ведь можем писать только 3, то есть 3 это минимум. Четвертый вопрос мы просто убираем. В нем 6 слов. Do you like pies or cakes? Минус 6 слов. Итого у нас получается 148 слов. И вот после этого слова не обязательно пересчитывать. Конечно, вы можете пересчитать, если хотите. Что делаем теперь? А теперь мы проверяем все письмо на наличие ошибок, неточностей и так далее. Давайте посмотрим, все ли у нас хорошо со словами-связками. У нас есть I think, of course, опять запятая стоит после of course, отлично. As for clothes, слово с запятой, by the way, опять же с запятой, и даже эмоциональное o, целых пять связок, прекрасно, везде стоят запятые. Что еще надо проверить? Еще надо проверить остальные запятые. И вот где они должны стоять. Если вы писали город и страну на одной строчке, значит запятая должна стоять после города. Дальше запятая стоит после обращения. Диаглория. В середине письма запятые оцениваются после слов связок. Мы уже проверили, что после наших слов связок все запятые есть где еще должна стоять запятая. Ну, конечно, однородные члены предложения, перед союзами, это все понятно. Но запятая должна также стоять после слова sorry и обязательно должна стоять после завершающего слова love. И проверьте, что в конце письма после имени никакой точки быть не должно. Теперь вы вчитываете свое письмо, чтобы посмотреть, нет ли там грамматических, орфографических, лексических и других ошибок, чтобы были везде сокращения, чтобы все было как нужно. Если ошибок таких нет, значит, вы спокойно переписываете свое письмо в чистовик. Ну а теперь давайте посмотрим, как выглядит письмо готовое в вашем чистовике, по крайней мере, как оно должно выглядеть. Обратите внимание на то, что все абзацы выделяются очень четко, что мы видим, что обращение никак не пересекается с датой, что везде все выглядит очень красиво, очень приятно. Обратите внимание, что письмо должно быть написано читабельным почерком, чтобы все буквы читались как должны читаться. Таким образом, эксперт не будет гадать, эй, это у вас или оу. И ошибки при проверке будут исключены. Ну вот и все. Таким образом мы с вами написали письмо от самого первого слова, от адреса и до последнего, до имени. Таким образом вы пишете все письма для ЕГЭ. Еще раз хочу напомнить, что будет лучше, если вы сделаете себе заготовки для письма. То есть выберите себе способ написания даты, способ написания адреса и любимые фразы, которые вам нравится использовать в этом письме. Ну, например, как сделала это я. Thanks a lot for your letter. I was glad to hear from you again. Вы можете использовать свои фразы, лишь бы они соответствовали правилам написания личного письма. Таким образом, вы будете знать эти фразы наизусть, и вам нужно будет лишь ответить на вопросы, экспромт, конечно, и задать свои вопросы. Тоже, конечно, выдумать из головы. А вот первая и последняя части письма у вас будут уже готовыми, и вам не надо будет думать и подбирать слова каждый раз заново. Ну что же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Удачи вам на экзамене. Пока!